Юные фигуристки спортивного клуба «Полюс» оттачивают па на льду. Завтра им предстоит выступить на уникальной губернаторской елке. В этом году решено было провести ее на новой площадке в Петисов-холле. 2000 детей из социально-реабилитационных центров края и тех, кто остался без попечения родителей, соберутся, чтобы увидеть чудеса в новогоднюю ночь. Детей на представлении будет в два раза больше, чем в прошлом году. Но концертно-спортивная площадка Петисов-арены позволяет вместить всех желающих. Мы впервые собираем такую и обширную географию участия в таких новогодних представлениях и мероприятиях, всевозможных утренниках, елках, концертах и так далее. Поэтому для нас это тоже серьезное испытание. И я думаю, что органы власти и все, кто задействован в участии ребят в данном шоу, справимся с этой задачей. Если есть такая прекрасная возможность показать детям нечто необычное, нечто то, чего еще не было в Приморском крае, то эту особенность необходимо, собственно, использовать. Да? И по поручению губернатора Приморского края было принято решение, что губернаторская елка для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, будет проведена здесь, в КСК. Детей, которые приедут из отдаленных уголков Приморья, будут встречать ростовые куклы и мультперсонажи. Скучно не будет, обещают организаторы. Кто придет, тот увидит. Все секреты раскрывать не буду, но наши дети участвуют практически в больших номерах и создают картинку красочности, потому что где дети всегда, это всегда красиво, красочно и нарядно. Губернаторская елка на льду, которую увидят дети, поразит своей красочностью. Организаторы обещают, что комфорт и безопасность будут соблюдаться полицией, спасателями, медиками и волонтерами. Новый год. Раз в году его должен почувствовать каждый приморский ребенок. Надежда Арсеньева, Сергей Лемыцких. Панорама.